Первый матч 1/16 Кубка Беларуси провели и футболисты Гомеля Желдортранса. Железнодорожники в первом кубковом матче сражались с одним из лидеров белорусского чемпионата Бобруйской Белшиной. Несмотря на статус соперника, железнодорожники сумели оказать достойное сопротивление. Гомельчанам много приходилось отрабатывать в центре поля и обороне, но к чести местной команды она старалась не закрываться в своей зоне и при возможности убегала в контратаку. К сожалению, подопечные Павла Кречина не смогли выдержать первый экзамен Кубка Беларуси и уступили Белшине с минимальным счетом 1-2. Автором гола в стане гомельчана на 36-й минуте стал нападающий Дмитрий Гомза. Ответный поединок состоится в Бобруйске на стадионе «Спартак» 1 августа.